היא פשוט נשארה שם. עכשיו, האמא עם העגלה בצד אחד, הילד עם החרא הזה בצד שני, ואני ככה מאחורה, כמו זה טמטם בנו. Ухим обоим на Мединат Израиль. Всем привет, с вами канал Из Wheels. Сегодня мы приехали в парк Айаркон, который находится в Тель-Авиве. Но перед тем, как мы начнем новый выпуск, подписывайся на наш канал, нажимай колокол и не пропускай новое видео Из Wheels. Чё так ноги болят? Потому что сейчас перестанут. Ха-ха, как тебе такое? Так вот я же душу перестали. Поехали! Из Wheels. אתה מבין אחי, צריך לעשות חשבון אם יש לך אחלה מבצע בחנות צריך לקחת здесь последует музыка из Игры Престолов я потом намонтирую а если не смогу, значит просто ничего не будет כולנו חושבים ירוק חבר'ה, כן כן, אני ידעתי איזה צבע לשים על ה... עברית זה לא שלי, נכון? Сегодня мы будем тестировать новые перчатки от фирмы. Я не скажу, какой фирмы, потому что Себа мне за это не платит. I'm trippin', I'm crashing on shrooms, on acid. She got her ass so fat, you throw it back, girl. I'm a catcher, yeah, I'm jigging. No flagging on my list, on Xanax. I got a check so fat, cash out. Let's see how long this lasted. Two hoes hands and I'm gone for the evening. О, это же то, что я думаю. Это 125-ки у него? Это кеф. После небольшого перерыва мы возобновляем нашу пробежку в сторону... А куда мы двигаемся, кстати? В сторону моря? Как бы можно туда, но там написано как бы нельзя великом. Можно туда. Blast in the past, going back to the future. Move so fast, I'm an activist user. Two hoes hands and I'm gone for the evening. Room full of dimes and they all so intriguing. You a bad bitch, I don't doubt you. Want that purse first, show me what that mouth do. In the trap, count money with a chick butt nigga. With a Mossberg pump, I ain't with a pump fake. Kick. Shake it like a soft, shake it, shawty like I'm DOA. Girl, fuck it like you body, bust it up and bring it back. Tryna pay for your tuition, bust it like you need a rack. Need a rack, I'm a trippin'. Я чувствую запах шашлыка. She got her ass so fat, you throw it back, girl, I'm a catcher, yeah, I'm chicken, no flagging on my list, on Xanax. Propaganda style. So fat, cash out, let's see how long this lasted. Two hoes hands and I'm gone for the evening. Вот и кирпичи. Итак, ребята, мы уже проехали почти километр. Я ничего не вижу, потому что пот заливает мои глаза. Саня каждый час рискует жизнью. Каждые 5 минут в Макдональдсе. Саня, ты где? Я в Макдональдсе. Ты
тут же нету Макдональдса. Есть Макдональдс, я нашел. Ты ловишь покемонов, а он ловит Макдональдса. Мы заканчиваем перерыв и продолжаем оставшуюся дистанцию. Нью. Это мы вырежем. Я же не могу получаться дебилом на видео, которое я монтирую, правильно? Но надо быть полным дебилом. Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? Two hoes hands and I'm gone for the evening. Под мост смотри. Когда жизнь удалась. Так а где он? Съехал от родителей и поступил в универ. Two hoes hands and I'm gone for the evening. Борьба идет не на жизнь, а на смерть. Ребята, мы почти добрались до моря. Немного фитнеса на роликах. Фитнес на роликах? Да. Оп-лей. Ла-ла-лей. Итак, дорогие друзья, мы проехали второй километр по парку Яркон. Мы до сих пор продолжаем свое движение в сторону моря. Наша задача на сегодня, на протяжении этого выпуска, увидеть море. Как думаешь, Денис? И умереть. У нас это получится. Мы не вернемся. Ничего. Назад всегда есть электросамокаты. Бензон. А может, море? Вырежем, поехали на море. Опа, ребята, нас можно поздравить. О, ребята, извините, пожалуйста, за беспокойство, это интервью. Куда вы убегаете? Граждане, мы это сделали. Мы проехали весь парк Яркон, вдоль него и доехали до моря. Денис, ваши впечатления? Расскажите, насколько тяжело это было? И это все? Я курить хочу, я пить хочу, я жрать хочу. О, а давай возьмем керов. Сосульку, да! Идем за сосулькой! Красава! Друзья, это та самая ледышка чемпиона. Если вы понимаете, о чем я, ставим лайк. Даже если не понимаете, ставьте лайк. Вообще, в любой непонятной ситуации ставьте лайк. Хуже не будет, поверьте мне. Денис? Я хочу видеть слезы.
Вот смотрите, дети и взрослые, это плохой пример, не учитесь у него. Не курите сигареты, обязательно одевайте щитки, обязательно одевайте налокотники, одевайте обязательно каску. На него не смотрите, он профессионал, он кроме того, как падать, ничего не умеет. Так, подытожим сегодняшнюю пробежку. Мы пробежали парк Кайаркон вдоль. У нас получилось около 5 километров. 5200 даже, это если учитывать, что мы пошли оплатить билетик парковки. Это тоже включено в сумму километража. В принципе, парк довольно-таки прикольный. Если искать какие-то места попрыгать или поделать какие-то трюки, то вам здесь делать абсолютно нечего. Если вы собрались одеть ролики или взять лонгборд или какой-либо другой вид скейтинга, то здесь можно довольно-таки неплохо пробежаться, и в принципе те 5 километров не почувствуется. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся, делимся, размножаемся, рассказываем своим друзьям, нажимаем на колокол, не пропускаем новые видео от Из Wheels, перестанем так смотреть, бросаем курить, одеваем защиту, Durex, каска, все должно быть на вас. До новых встреч! Из Wheels.